І ми переходимо до наступної теми. Станіслав Цис, Landing Page 2.0. Станіслав? Я тут. Раз, два. Все работает. Проверяем. Работает. Окей. Так, у нас полчаса времени. Сразу, смотрите, у нас тема landing page. Поднимите руку, кто знает, что такое landing page. Тебе. Вау, класс. Тогда сегодня будет серьезный разговор. Я попрошу людей, которые сзади, подсесть сюда ближе, потому что у нас будет плотный разговор, и, возможно, я буду что-то спрашивать, вы мне будете что-то отвечать. А если вам не интересна эта тема, то можете сразу уходить. Либо если вы хотите там втыкать телефон или в комп, то тоже можете уходить, потому что я понимаю, вы сюда пришли, чтобы получить новые знания, но моим результатом для вас будет ваш результат. Поэтому это важный такой момент. Окей. Поехали. Когда будет 15 минут, скажем, окей. В общем, меня зовут Станислав Цис, я руководитель компании Uni Consulting. Я приехал вот буквально два дня назад с Кракова. У нас сейчас два офиса, один мы открываем в Кракове, второй у нас есть в Киеве. Занимаемся мы... А чем мы занимаемся? А вот чем. У нас есть четыре основных направления. Первое... Бизнес-консалтинг, консультирование малого и среднего бизнеса по вопросам увеличения продаж. А второе – это тренинги, семинары, различные мастер-классы. Третье – это интернет-маркетинг. И четвертое – одно из основных направлений – это создание продающих сайтов. Собственно, об этом мы сегодня и поговорим. Здесь есть компании, сотрудничеством с которыми мы гордимся, есть там определенные цифры. Кому надо, могу скинуть, посмотрите. В общем, у нас все хорошо. Дальше. Хочу начать с истории. Представьте себе, большая компания устраивает, берет на работу нового HR-директора, человека по подбору персонала, да? И ему дают задачу. Вам нужно нанять на работу менеджера по продажам. Условия обалденные. То есть 150 тысяч гривен в месяц зарплата, 3 месяца отпускных, рабочая машина, я не знаю, интернет, девушка в подарок, короче, все круто. Он начал выкидывать вакансию, его реально начали валить, то есть куча резюме, ему все скидывают, находят его в социальных сетях, находят его бабушку, просят, чтобы она его порекомендовала, в общем, полный такой трэш, и он приходит к руководителю и говорит: блин, я не знаю, что делать, у меня куча резюме. Он говорит: приноси резюме, там такую пачку, да. Он приносит, он берет первых 30 резюме, забирает себе и говорит: всех остальных можешь выкинуть в мусорку. Он говорит: как же, меня там в школе, в университете учили, надо там сначала провести assessment центр, потом позвонить каждому, потом выявить лидеров, потом там показать вам. Он говорит, это все фигня. Понимаешь, те люди, которых ты выкинул, они неудачники, а с неудачниками мы не работаем. Поэтому сегодня вам повезло, вы находитесь в правильном месте и в правильное время. Давайте знакомиться. Со мной вы познакомились, теперь я хочу, чтобы вы немножко разнялись, потому что я стоял здесь буквально три выступления, и я вижу реально залипающие глаза. То есть я вижу, народ понемножку засыпает, становится жарко, у кого-то течет капля пота, но он все равно не уходит, старается. Поэтому мне важно, чтобы мы немножко разрядились и привели себя в тонус. Что я вас попрошу сделать? Первое, я вас попрошу всех встать. Серьезно, встаем. Окей, отлично. Посмотрите прямо перед собой. Смотрим все. Посмотрим направо, посмотрим налево. И наверняка вы не знаете этих людей. И я верю в то, что такие мероприятия созданы не только для того, чтобы услышать новую какую-то там теорию или практику, если повезет, да, но и для каких-то новых знакомств. У каждого из вас есть визитки, и мы сделаем такую простую штуку. Познакомьтесь за 3 минуты, вам нужно познакомиться как можно большим количеством людей. Можете ходить, как вам удобно, можете все эти 3 минуты прообщаться с одним человеком, особенно если вы парень и ищете девушку, то это вам подойдет. Но, тем не менее, у вас есть 3 минуты, каждые 30 секунд я буду говорить, переходим к следующему человеку. Давайте визитки, формат простой. Зовут так-то, пришел за тем-то, цель вот этого мероприятия такая-то. Все, идем дальше. Поэтому 30 секунд, пошло. Работаем. Thank you.
А есть люди, которые считают выше всего? Выше себя выше, как бы всего, да? Ну, я не так. Это 20-30, мне не надо. А, 30 секунд, переходим к следующему человеку. Таня, я тебя знаю. Нео. Да? А я? Будем знакомы. 30 секунд, переходим к следующему человеку. Да, и последние 30 секунд. Окей, коллеги, давайте заканчиваем, садимся на свои места. Садимся и давайте. Сейчас. Народ хочет стол воли. Это единственное место, где можно с девушкой познакомиться, да? Садимся и слушаем меня. Я тут. О! О, класс. А, давайте друг другу похлопаем. А то я захожу, смотрю, никто не хлопает, когда человек заходит сюда выступать, никто не хлопает, когда выходит. А, аплодисментами мы делаем друг другу хорошо, мы передаем друг другу энергию. Окей, познакомились. Еще один такой нюанс, и мы начинаем работать. Я буду говорить быстро, потому что много полезной информации, много чего с нами случилось, в том числе за этот год, и чем мы хотим с вами поделиться. Простая штука. Для того, чтобы мы на одном языке говорили, если вы меня понимаете, то вы можете кивать головой, что вы меня понимаете. Давайте попробуем. Кивнем. Окей. Если вы меня не понимаете, то вы можете кивнуть, не понимая. Окей, все меня понимают, да? Поехали. 25 минут. Что у нас будет? 25 минут будет самого сока, я его назвал, да? То есть самой выжимки такой экспресса. И дальше через... через полчаса, по-моему, у меня будет практически воркшоп, где я возьму чей-то бизнес, чей-то там ваш бизнес, да, и мы час поработаем над его бизнесом. Вы мне будете помогать, человек будет сидеть и получать удовольствие, да. Мы ему разработаем стратегию интернет-маркетинга и создадим прототип лендинг-пейдж. То есть будет такой уже макетик, в котором он может пойти там, либо сам делать, либо что-то с ним сделать. Еще раз поднимите руку, у кого есть лендинг. А, я спрашивал, кто знает, что такое. Окей, отлично. Лендинги есть, значит, опыт есть. Тогда скажите мне, пожалуйста, что такое лендинг пейдж по-вашему? Ну вот, кто смело поднимет. Кто не слышит? Продающая посадочная страница. Отлично. Принимается. Еще есть мнение? Да, девушка. Отлично. Слышу, там страничка конверсии. У нас как аукцион, да? Кто больше? Что вы говорите? Так, то Е. Ще? Прокладка. Спейщики называют это прокладка. Я недавно услышал, это прикольно. Если назвать страница одного товара, тоже принимаем. Страница одного товара, ну, по факту, основная задача лендинга – это достичь максимальной конверсии, да, потому что всем уже надоели огромные интернет-магазины. Особенно, вы знаете, на самом деле в Польше, да, казалось бы, там Европа, но сайт у них очень непонятный. То есть с точки зрения UX-дизайна, юзабилити, все остальные истории – это полный трэш. Я пытался купить себе билет, я 15 минут разбирался, как это сделать. То есть там, ну, очень запутанно. Поэтому Украина нормально себя чувствует. Мы все правильно делаем, просто иногда нужно направлять, иногда мы в некоторых вещах утрируем, да? Это свойственно русской, украинской нации. Окей, вы все правильно говорите. Это специальная страница захвата, освобожденная от лишней навигации. Это важный момент.
лишенная, цель которой закрыть на одно целевое действие. Иногда я видел странички, в которых было там 365 вариантов, что вам можно сделать. Тут и подпишитесь, тут вам и скидка, тут вам и акция, тут позвоните напрямую директору, напрямую секретарю. Короче, вообще много всего, и я реально не знаю, что делать, да? Ну и вы тоже с таким, наверное, сталкивались. Итак, вот вам лендинг пейдж. Да ладно, я шучу, вот лендинг пейдж. Похоже? В общем, смотрите, это один из наших последних кейсов. Вот то, что было, спикап, возможно, во Львове, наверное, нет, да, такого. Ну, кто с Киева знает. То, что было, и вот то, что стало. Ну, весь сайт мы не фотографировали, это у нас в лендингах есть такое понятие, как первый разворот экрана. Вот он такой стал. Покажу буквально пару примеров того, ну, я думаю, вы догадываетесь, да, где лендинг, где не лендинг. То, что было, то, что стало. Просто, чтобы вы понимали. Вот так вот, здесь у нас туры. Ну, в общем, вы видите, да, что реально разительное отличие всей этой истории. Почему лендинг пейдж? Да. Георг, можно вопрос по первому лендингу? Почему вы решили сразу после формы поставить отзывы? Ну, чем вы мотивируетесь? Почему не преимущество работы с нами, а отзывы? Я понял. Давайте так, по поводу вопросов я забыл сказать. Все вопросы вы зададите на воркшопе, там, где у нас будет час. Сейчас мне важно вот сказать, окей, ну или там визитку возьмете. Отзывы, я потом отвечу лично вам. Большая конверсия, почему лендинг пейдж? Большая конверсия, быстрое время внедрения, детальная сегментация и дешевле обычного сайта. Идем дальше. Для тех, кому нужна структура лендинг пейдж, это к вопросу вот молодого человека, почему отзывы там сразу, а не потом, почему там, какие триггеры вставлять, да? У меня было прошлое выступление на этой конференции. Напишите на почту, мы вам скинем ссылку на видео, там было тоже интересно, там мы разбирали конкретно структуру. Сейчас же я поговорю о таких 8, я не знаю, выводов, что ли, или 8 тенденциях, новых технологиях, к которым мы пришли. Скажите мне, пожалуйста, какой самый главный показатель нужно считать в интернете? У кого есть какие мысли? Прибыль. Окей, что еще? Прибыль, деньги. У кого-то прибыль, деньги. Что еще? Потребность. Что-что? Потребность. Потребности. Ладно, давайте, у нас времени мало, викторины не будем играть. Конверсия. Знаете, почему конверсия? Потому что, с моей точки зрения, все остальное можно так или иначе эффективно улучшить или увеличить. Да? Допустим, если мы говорим о трафике, у нас мало трафика, то что мы делаем? Мы делаем либо больше охват, либо кидаем больше денег, либо завоевываем новые регионы, либо выбираем новый источник трафика. Все, вопрос решен. То есть, с моей точки зрения, трафик – это вообще не вопрос. Да? Конверсия, потому что именно она дает нам деньги. Именно на этой разнице между потраченными деньгами на привлечение клиентов, на ваши клики, да, в той же контекстной рекламе, и на тот процент конверсии, который дает ваша страничка, ваш сайт, все и получается, вся и математика выходит. Поэтому сегодня будем говорить о лендинг пейдж 2.0, о том, как вам увеличить конверсию. Да? И это подойдет даже, если у вас есть простой обычный сайт, ну, то есть там интернет-магазин. Я уже давно не работал, на самом деле, с простыми сайтами в плане интернет-магазинов. У нас лендинги, поэтому такое. Окей, первый инструмент – это тотальная сегментация. Это то, с чем мы столкнулись, это та проблема, которая есть на данный момент у наших клиентов. Что мы видим? Если клиент вобьет запрос там, в Google «магазин электроники», то, скорее всего, куда вы его посадите? Скорее всего, вы его кинете на главную страницу сайта, да? Потому что вы не знаете, что конкретно он хочет. Стиральную машинку, iPhone или, я не знаю, зубную щетку электрическую, да? Если он ведет купить технику Apple, то, скорее всего, вы его кинете на категорию Apple, где будут и MacBook'и, и iPhone'ы, и iPod'ы, и там какие-то сопутствующие вещи. Купить iPhone, вы его, скорее всего, кинете на категорию с айфонами, да? Но вы не знаете, какой конкретно ему нужен. Купить iPhone 5 на пятерку кинете, и купить iPhone 5s на 16 ГБ белый, вы его кинете, скорее всего, именно туда. Так вот, первый такой инструмент – это тотальная сегментация. То есть с помощью landing page мы можем кинуть пользователя на любой из этих слоев, но лендинг позволяет нам делать просто тотальную сегментацию. То есть мы берем запрос купить iPhone 5s, и, скорее всего, есть iPhone на 32 гигабайта, есть там на 128. И под это все мы можем создать отдельные посадочные страницы. Представьте себе, какая конверсия, если человек получает то, что он спрашивает. На самом деле это не так просто сделать. Введите любой запрос, там, купить диван,
и посмотрите, что вам предлагают, даже в той же контекстной рекламе. То есть лендинг-пейдж позволяет дать клиенту то, что он заказывал. Да? А это правильно, к этому и стремятся поисковые сети в том числе. Один запрос, одно решение. Это такой просто мысль, да, которая у меня пришла. Один запрос, одно решение. Подумайте над этим, как вы можете это использовать. Идем дальше. Такой инструмент, как геотаргетинг. Кто об этом слышал, поднимите руку. О, класс. И можете сразу сказать, кто смелый. Кто знает, что такое геотаргетинг, народ? Сбор трафика с определенного региона. Класс. Это с точки зрения контекстной рекламы, да, или каких-то маркетинговых инструментов. Или предложить конкретному региону свой продукт. Свой, вот это ближе всего. Смотрите, в чем история? У нас здесь есть примеры, да. В чем история? Когда человек из определенного региона получает именно то, что он, именно то, что он заказывал, конверсия реально растет. Например, если человек вводит запрос «купить диван в Москве» и видит страничку, на которой написано «продажа диванов там, по РФ», да, то, скорее всего, конверсия будет ниже, чем если бы там было написано «мы продаем диваны в Москве» в заголовке. Да? Понимаете, о чем речь? То есть такое четкое вхождение для пользователя. Технология работает, и мы ее реализовываем с помощью двух инструментов. Первое – это с помощью скрипта, то есть по IP-адресу определяет место расположения клиента, и исходя из этого меняются определенные элементы на странице. Либо второй способ – это такой ручной, что ли, способ, когда мы уже в самой рекламной кампании, допустим, в контексте рекламы создаем разные посадочные страницы и в контексте под определенный регион вставляем определенную ссылку. И на этой ссылке написано в заголовке, допустим, продажа айфонов в Чернигове, продажа айфонов в Одессе, в Киеве и так далее. Понимаете, да, логику? Понимаете или нет? Да. О, да. Класс. Пару примеров. Мне важно, чтобы вы не засыпали, потому что я тоже на конференциях бываю, я знаю это чувство. Пару примеров. Курсы английского языка в Киеве, вон видите, сверху подчеркнуто. Курсы английского языка в Одессе. И далее, да, во Львове. То есть мы меняем такой вот простой элемент, и конверсия в среднем растет, ну, в зависимости от тематики, но вот в данном случае она росла на 2,2, там, от 2 до 4% она прыгала. То есть в другие раз. Идем дальше. Следующий инструмент – это мультилендинг. Кто об этом слышал? Это уже для продвинутых. Так, вы точно. Тот, кто за отзывы у меня спрашивал, я чувствую профессионал. Да, вы. Да-да-да. Мультилендинг – это когда, например, продается iPhone 16 гигабайт, для него один лендинг, если 32 гигабайта, для него второй лендинг и так далее. Класс. По цвету отличие. Да. Смотрите, мультилендинг – это, по сути, тоже динамический контент. Это тогда, когда страничка меняется, меняется заголовок, меняются контакты в зависимости от запроса клиента. Например, я занимаюсь продажей, как они там, рыба, всякие там, когда рыбу ловят. Да, там всякие снасти, лодки у меня и вся остальная история. У меня есть разные рубрики. Я тут продаю в одной категории я продаю лодки, здесь я продаю удочки, здесь там какие-то приправы для рыбы, я не знаю. И если человек вводит купить лодку, то на заднем фоне, на лендинге, у него будет лодка, а не удочка. Потому что он удочку не хочет. И в заголовке у него будет написано купить лодку, а не купить там удочку или интернет-магазин прекрасных там снастей. Вот это меня честно раздражает, когда там начинает проявлять. Когда начинают там проявлять сверхъестественные вещи и там супер высокопарные фразы. Дальше в чем мы можем? Так, сейчас у меня здесь есть пару примеров. Смотрите, человек вводит курс английского языка в Киеве. Внимание, заголовок у него точно такой же. Магия. Идем дальше. Он вводит обучение английскому языку с репетитором. Обратите внимание на заголовок. Заголовок точно такой, какой он запрашивал. И конверсия растет просто сумасшедшими темпами. Если бы это была какая-то тематика, здесь мы собирали базу, да, понятно? То есть мы закрывали на пробное занятие английского языка. Если бы это была какая-то коммерческая там, продажа прямая, то, скорее всего, мы бы меняли УТП, то есть там было бы написано не забронируйте место, а какая-то скидка в зависимости от запроса. Допустим, если это репетитор, то получите 50% скидки на первое занятие с репетитором. Да? То есть такой вот тотальный подход к клиентам. Дальше я поговорю об этом подробнее. Дальше, чистый дизайн. Скажите мне, пожалуйста, какой из этих кружочков, по вашему мнению, главнее? У кого есть какие мысли?
Ну, просто с места там. Давайте назовем большой, маленький. Тот, что посредине. У маленького площадь удара меньше, он бьет больнее. Варианты еще. Ну, просто скажите, не стесняйтесь. Большой? Короче, кто за большой? Все. Кто воздержался? Поднимите руку, кто не поднял руку. Есть такие даже. Класс. Окей, скорее всего вы скажете, что большой. Я бы тоже сказал, что большой. Это свойственная психология всем нам, простым людям. Идем дальше. А теперь какой главнее? Красный. Красный, да, реально. А почему? Ну, а почему? Да блин, он красный. Посмотрите, он реально красный, поэтому он главнее, да? Смотрите, начинаются уже дебаты, да? Нет, он не то. Теперь. Красный. Ну, девочкам нравится красный. Еще какие варианты? Зеленый, желтый. Короче, кому какой нравится цвет, да? А теперь? Ну, какой реально? Большой. Конечно, тот, скорее всего, на который показывает стрелка, да? Логично, это какое-то указание того, что есть главное. Так вот, ошибка следующая. Я называю это чистый дизайн. Это когда непонятно, какой из элементов главнее на лендинге. Мы пихаем кучу цветов, различная радуга, неправильно выстроены заголовки, H1, H2, и тебе непонятно, какой из текстов или из элементов главнее на самой странице. Я вам не буду сейчас рассказывать практические инструменты, но важно, как вы можете это использовать, окей? Идем дальше. Геймификация или создание нового уровня вовлечения. Давайте, у нас там, по-моему, есть видео. Оно работает? Проверим. Смотрите. Мы столкнулись с тем, что чем дальше, тем больше мы хотим следить за нашими пользователями. Мы там им вешаем куки, мы делаем ремаркетинг на них и так далее. Да? Те, кто заходит дальше, они вынимают людей из контекстной рекламы и потом делают на них же таргетинг, допустим, в социальных сетях. Да? Мы тоже этим занимаемся. Но есть такой еще более высокий левел, это когда мы создаем немного такую игру, знаете, с вашим клиентом. Простой пример тому, это корзина, в которой несколько этапов. Там, заполните первый шаг, второй шаг и так далее. Да? Есть там различные игры, встроенные в сайты. Давай посмотрим пример. Работает или нет? Most mineral waters are drawn from a depth of around 100 meters, but this one is different. Bourjoni is born in a volcanic spring, 8,000 meters below the Georgian countryside. No, not that Georgia, this Georgia. To prove this, we created a unique consumer journey to the bottom of the world's deepest website, a site as deep as our source itself, 8 kilometers deep. Мы, когда искали это видео, нашли в интернете видео интересного умельца. Поняли, да, в чем идея? Тебе надо скроллить, там не доскроллить до того места, где добывается боржоми. Такая геймификация, ты реально играешь в игру. Я понимаю, это там, с одной стороны, мифический пример для вас, там, это все реализовать, это стоит там кучу денег и так далее. Но важно понимать саму философию инструмента и то, как вы это можете использовать, не обязательно бахать там такие кейсы на 200 тысяч баксов. Да? Можно сделать все там проще, начните с чего-то простого. Окей? Нашли чувака, который поставил мышку и поставил крутящуюся дрель. И получается, дрель крутилась и крутила мышку, и он вот это скроллил, да? Поэтому есть такие умельцы. Идем дальше. А ну или стани. Принцип последовательности. Смотрите. Кто читал книгу Роберта Чалдини «Психология влияния»? Есть такие. Вот прочитайте. Те, кто не читал, прочитайте. Классная книга для маркетинга, для жизни вообще. Просто крутяк. Смотрите, принцип последовательности говорит нам о следующем. Нам, людям, свойственно доделывать дела до конца. То есть мы так устроены, что сделав один шаг, мы сделаем второй шаг. Да? Так оно работает. Поэтому принцип последовательности в интернет-маркетинге работает таким же образом. На примере вот этого сайта я вам покажу. Смотрите, видите форму, да, сбоку?
когда нам надо собрать очень много данных с пользователя. Например, если у вас интернет-магазин, и вам надо там телефон, почта, имя, имя собаки, паспорт, все там еще вы собираете. Ну, короче, когда вам надо собрать реально много данных, да, с пользователя, конверсия падает. Да? Чем больше полей, тем хуже конверсия. Это ни для кого не секрет. Поэтому делается такая штука. Ты вводишь данные, и потом нажимаешь на кнопку, и бамс, выпадает еще два поля. Конверсия выросла на больше, чем на 3% в другом кейсе. Подумайте, как вы можете это использовать. Подумайте, как вы можете спрятать лишние поля и использовать принцип последовательности в вашем бизнесе, в ваших страницах. Да? То есть как можно, не показывая сначала чего-то, продлить и достигнуть того, что вам нужно. Идем дальше. Правила взаимного обмена. Опять же, из этой книги, на самом деле, этот пункт я недавно дописал. Значит, стою я, рассказываю историю. Стою я в Кракове возле... Кто был в Кракове? Поднимите руку. Класс. Кто во Львове живет, наверное, все были в Кракове, да? Стою я, значит, возле... Там большая вот в центре, в этом старом месте, церковь такая большая, не знаю, как она называется. Да, да. И ходят там интересные личности. Я не понимаю, кто это, то ли какие-то цыгане, то ли еще кто-то. Ну, такие они подозрительные. И ходят, раздают розы всем. Раздают. Я думаю, ну, надо и мне подойти, раз раздают. Значит, я подходил. Причем я даже не подходил. Я так прохожу, так. И мне так сразу розы. Дают розы, я так, да, спасибо. Причем они дают всем. Девушка, мужчина, дети, взрослые, все равно. Дают розу, я так, да, спасибо. Я так ухожу, он меня так оп за руку, и он мне на польском говорит, шепрашам, пани, чипан, и он мне так оп показывает, там, можете пожертвовать, пожалуйста, там, сколько-то, сколько можете, сколько не жалко. Ну, хотя бы 10 злотых, хотя бы 20 злотых. Говорит, сколько не жалко, но говорит 20 злотых. Странно, да? Принцип последовательности следующий. Точнее, правила взаимного обмена. Есть такое понятие, как долг, да, то есть нам, людям, свойственно входить в это положение, в принципе, в жизни. Например, там, человек нам сделал что-то, выручил нас, и мы ему уже как будто должны, да, ну, есть такая тема. В интернете то же самое. Человек подписывается в вашу рассылку, вы даете ему полезный контент, и у него складывается такое впечатление, как будто вы уже для него что-то сделали, вы все хорошо сделали, особенно если это качественный продукт. И причем в интернет-магазинах это могут быть там обзоры ваших товаров, только делайте качественно, да? И потом вы можете ему там что-то продавать, да? А в случае там с нашим бизнесом мы даем бесплатную консультацию, ничего вам на ней не продаем, и потом, вы знаете, происходит, о чудо, люди сами спрашивают, а что вы можете нам предложить, да? Потому что работает правило взаимного обмена, мы что-то даем, и людям свойственно на это как-то реагировать. Идем дальше. Зеркальные нейроны. Кто про это вообще слышал что-то? Окей, это уже посложнее. Смотрите, история вот в чем. Ученые определили, что у нас в голове, в мозгах, да, есть определенные нейроны, которые отвечают за, скажем так, за копирование картинки, то, чего они видят, слышат и воспринимают. У нас там дальше есть пример? А, есть, да, окей. Так вот, в чем история? Когда мы поняли, что мужчинам лучше на лендингах показывать девушек, а девушкам на лендингах лучше показывать семью, конверсия выросла. И девушки, наверное, скажут мне, почему семья работает, да? Потому что девушкам свойственно, да, там, создавать какой-то быт, уют и так далее. Ну, почему у мужчин работает девушка, я думаю, всем понятно. Даже девушкам понятно. Итак, я покажу два примера того, как зеркальные нейроны сейчас подействуют на вас. То есть это простые примеры, простые короткие видео по одной минуте. Я хочу, чтобы вы сейчас себя, есть такое понятие, откалибровали. То есть чтобы вы четко почувствовали свое состояние и изменения у себя в голове, в своем внутреннем каком-то состоянии. Смотрим. Видео, второе. Чуть потише надо будет. Каждое утро, когда я просыпаюсь, у меня есть выбор. Я могу нажать на кнопку повторного звонка и поспать еще 5 минут. Или
где я могу проснуться и начать работать. Девушки могут не понять. А я работаю, потому что не хочу достичь точки, когда я выдохнусь и уступлю противнику сантиметр. Но когда я выдохнусь, а это случится, я хочу вспомнить, что со мной такое уже было, и я это уже преодолел. Потому что когда прозвенит колокол, засвистит свисток или прозвенит таймер, я не хочу думать, а если бы я тогда... Я хочу думать, хорошо, что проснулся. Такое видео. У кого в конце были мурашки? Ну, непонятно. Причем не важно особо, что он говорил, да? Как классное такое чувство, так мотивирует. Не, я второе видео видел, но когда я его смотрел с нормальным переводом, мурашки были, а так как это порнография. Ну, порнография часто у нас в интернете случается. Я не рекламирую, но она случается. Ну, в общем, я думаю, вы поняли, да, о чем я. Первое видео было такое веселое, оно создавало отношения. Второе видео было такое посерьезнее, мотивирующее. Поэтому подумайте, какой контент, какие картинки вы должны делать на своем лендинге. Опять же, касательно структуры, напишите, скину видос касательно того, что там, какие блоки должны быть, какие триггеры, там, последовательность, отзывы, не отзывы и так далее. Идем дальше. Пару интересных триггеров таких. Кто знает вообще, что такое триггер? Ага, окей, я... Зазывашка. Да, сам собой разговариваю, чувствую. Смотрите, триггер — это такая штука, как спусковой крючок. То есть некий такой инструмент, который заставляет вас там действовать, думать или как-то трактовать информацию. Пара интересных триггеров, которые вы можете использовать, причем, скорее всего, неважно, какой у вас бизнес. Первый триггер — это девушка. Ну, мы его так называем, триггер-девушка. То есть девушка с такой гарнитурой, там, когда, знаете, колл-центр, звоните нам, она улыбается, такая счастливая. Работает, ну блин, до сих пор работает, мы поражаемся, реально. Второй триггер, я вам потом, кому интересно, покажу кейс по GoPro, у нас там такая на переднем фоне девушка на серфе, в таком купальнике, конверсия сумасшедшая на этом лендинге, камеры GoPro продают. Второй триггер – это успех, мы его так называли, это различные картинки, связанные с успехом, ну, в том числе вот это. Вот ребята сидят, что-то там решают, особенно подходят к услугам, да, причем, опять же, практически не важно, чем вы там занимаетесь, хоть котлы какие-то устанавливаете, но люди хотят верить, что это так есть. На самом деле, сижу я в офисе, принимаю заказы, да, тут еще чувак выходит, потом обслуживает их, но люди хотят верить в красивую картинку. И последний триггер – это надежность, ну то есть какая-то защита, различные вот такие вот штучки, мы пару иллюстраций подобрали, там типа вы могли видеть на лендингах 100% гарантия, там мы гарантируем наши сертификаты, наши какие-то бумажки, ну это короче тоже работает. Дальше, АБ-тестирование – это такой последний инструмент, который поразил нас в этом году, точнее за прошлый год, да? Какой алгоритм? Первое, запустили лендинг и сами уже знаете, что нужно изменить. Поднимите руку, у кого было такое, когда вы делали сайт, особенно, наверное, половина из вас делали сайт там, по 2 месяца, по 3 месяца. Вы сделали сайт, запустили его, и потом смотрите на него и говорите, блин, надо поменять, эта кнопка уже не такая, а мне вообще картинка не нравится, да короче. Ну было, да, поднимите руку? Есть, я вижу уже, я начал говорить, уже кто-то держит. Может, вы всегда держали? Окей. Второе, это второй такой этап. Поспрашивали, ну то есть у вас идет трафик на вашу страничку, поспрашивали у людей, посмотрели на клиентов, поспрашивали у клиентов, да? Такой второй этап изменений на вашем лендинге. И только третий этап, это уже нормальное АБ-тестирование, это то, скорее всего, что вы делаете или знаете, это там замена к задней картинке, а у нас там есть, по-моему, список. Вот что мы рекомендуем тестировать уже на третьем этапе для тех, кто там посередине к этому всему подходит. Картинка на первом развороте, УТП, длина лендинга и заголовок. Идем дальше. Смотрите, что мы сделали здесь. Ну, простой инструмент АБ-тестирования, уже более серьезного. У нас здесь есть простая картинка сзади, это просто картинка, да, ну, фон. И есть вторая штука, которую мы протестировали. Работает? Ага, работает. Тут звука нет, ну, человек на сайте, да? Оно, короче, немножко что-то лагает.
Ну, короче, конверсия с вот этим лендингом, там еще в зависимости от трафика, на контекстную рекламу конверсия здесь выше. На социальные сети конверсия здесь там чуть такая же. На CPA, на медийные различные сети, они вообще там не понимают. В медийных сетях я не знаю, чем они там занимаются, они не хотят ничего покупать. Вот такой простой пример того, как можно использовать АБ-тестирование. Так, мои контакты, коллеги, где там директор, который здесь сидел? В общем, смотрите, пока никого нет, задавайте вопросы. Да, давайте похлопаем. Как вам понравилось? Вопросы? У кого есть? У меня все тот же. Еще раз. Почему ты говорил? У меня все тот же вопрос. Повторите, пожалуйста, вопрос. Вот вам, почему легко? Просто. Хорошо, довольно приятно. Ну, просто тестировали и все. Еще. У нас чем проще ответ, тем лучше. Не, реально просто. Ну, мы тестировали, у нас там до этого были такой блок компания в цифрах, знаете, там типа... Да. Отзывы работают лучше, потому что это все-таки социальная такая тема, это там не какие-то жесткие товары или услуги, а такая простая тема, курс английского. То есть все понятно. Сейчас вот там молодой человек залез. Да. Лендинг выводится в топ только вот контекстной рекламы или вообще любой рекламой, вот чисто за счет того... Классный вопрос. Как вас зовут? Ярослав. Ярослав, я вас люблю. Смотрите, короче, такая тема. Мы буквально полгода назад начали продвигать лендинги через SEO. Результат офигенный. То есть мы сейчас свой лендинг продвинули. Лендинг наш, лендинг по лендингам, да? И начали этим заниматься уже для клиентов. Работает круто. И у нас есть там определенная технология, как мы это делаем. Смотрите, я не профессиональный SEO-шник, там эти все перелинковки, тролливали, я там в этом не разбираюсь. Я немножко на другом уровне работаю, на уровне стратегии. Но то, как это делают ребята, мне нравится. Они натягивают, получается, есть у нас статическая HTML-страница, да, на главном домене. Через слэш они делают блог, да, допустим, на WordPress. Потом занимается написанием статей со средней частотностью ключевых слов, делает перелинковку, и каждая статья ссылается на лендинг с определенным анкором. Вес передается, потом на лендинг закупаются ссылки тоже с этим же анкором, плюс на лендинге определенным образом оптимизируется текст, плюс на лендинге добавляется динамический контент. Это такая тема, когда вы в WordPress пишете статью, ее миниатюра добавляется снизу на лендинге. То есть главная страница по факту обновляется, Google вас любит, вы в топе. Но это так, если вкратце. А вопрос у вас был, наверное, не про это? Не, про это. Да, вот вы вдвоем поднимали руки. Какая должна быть, есть ли оптимальная длина лендинга? Нет, вот хороший вопрос, на самом деле нет. То есть я вам не могу сказать какой-то таблетки прям. Вот там делайте 5 разворотов экрана или там, я не знаю, как там считают, некоторые там в листах А4 считают, мне неудобно. Нет такого. Ну, то есть мы тестировали разные варианты. В случае, допустим, того же с пикапа, у нас есть два основных лендоса, которые мы тестируем. Это длинный вариант и короткий вариант. Вы знаете, происходит магия. То есть в один день у нас на коротком варианте реально там 20 заявок, во второй день через... контекстную рекламу у нас на, казалось бы, длинный лендинг, ну что его там читать, люди сейчас хотят все быстро получать, увидел, получил. Нет, читают, ну то есть, если люди целевые, они читают, изучают, и на длинном лендинге, казалось бы, он там на 7 разворотов, тоже конверсия бывает выше, чем на том, поэтому, к сожалению, нет такого. Да. Используете ли вы ссылки и кнопки внутри одной страницы? Имеете в виду внешние какие-то, которые куда-то ссылаются? Не, внутренние, по странице, скажем. А, да, то есть такая тема, как залипающее меню, наверное, знаете, да? Ну, то есть вы, вы попадаете на лендинг, и сверху у вас такое меню. Вы нажимаете на него, и оно у вас, в зависимости от того, куда нажимаете, перекидывает, да, по странице, скроллит. Советую всем делать, очень крутая тема, конверсия тоже растет. Поэтому, ну, вот, наверное, используем. Иногда даже используем перелинковку, мы называем такую тему, тоже новая, называется лендосайт. Это сайт, состоящий полностью из лендингов. Но это то, как наш Юни. Зайдите куда, где тут есть ссылка. Короче, на Юни.ком.ua напишите в гугле Юни консалтинг. У нас сайт полностью сделан из лендингов. Ну, он на HTML-страницах, там нет админок, но нам нормально. У нас услуги, мы там не особо что-то меняем. Такая вот еще тема. Вот. Еще вопросы? Да, девушка. Очень приятно, мне Станислав. Я знаю про
сетях, вона є досить популярною і успішною. Чому вони вирішили зробити свого стандартного сайту лендінг пейдж? Чи вони залишили сайт і лендінг пейдж? Чому вони вирішили? Так, чому вони вирішили? Смотрите, спікап, вони хочуть багато клієнтів. Це перше. Они используют много инструментов. Один из них — это CPA-сети. Ну, знаете, да, ну, куча веб-мастеров гонит для них трафик, и у них есть... они создали для веб-мастеров прокладку, кто говорил? Прокладку. Ну, если знаете о чем, да. То есть они создали такую страничку, куда веб-мастера гонят трафик. Потом по этим меткам они там все это сегментируют и так далее. Они хотят больше конверсий, они хотят больше заявок, ну, такой простой совет. Но на самом деле, есть, наверное, здесь нет никого со спикапа, но их сайт спикаповский, честно, ну такое, ни о чем. Ну, он печальный, с моей точки зрения. Хотя мы с ней работаем. Наверное. Мы были в Польше в школе, они что-то, знаете, печальный такой прикол. Заходишь в школу английского языка, начинаешь с ними общаться на английском, а она: «О, вообще про шампань, я не муви по-ангельски, я не...» Ну, это не конкурентно, когда мы заходим в школу английского языка, и секретарша не умеет общаться на английском. Ну, тут... Ну да, у нас своя зона ответственности, у них своя. Окей, еще вопросы, давайте быстро. Да. Можно, можно. Во-первых, сразу касательно SEO-оптимизации landing page, чтобы вы не испытывали там иллюзий, максимум, что вы можете продвинуть, ну там 10 запросов. То есть к нам иногда приходят запросы: «Добрый день, вот мое семантическое ядро, мне, пожалуйста, 580 запросов продвинуть в топ, вот мой лендинг». Чаще всего это какой-нибудь говно лендинг, знаете, там типа старые лендинги такие, там где печати вот эти пиксельные, девочки эти с фотобанка, но они уже с гугла, а не с фотобанка. Да, так далее. Смотрите, все, я заканчиваю. Две штуки. Первое, у меня через час, по-моему, будет воркшоп. Кому интересно, приходите, с кем-то из вас будем работать вот прям на сцене, прям по факту. А где он будет? Где он будет? Вы знаете? 216 аудитория, другий поверх. Это через 15 хвилин. Это через 15 хвилин. О. И второе, последнее, кому... у нас есть следующее предложение. Вы можете записать, у нас вон оператор, подними руку. Вот, подходите к оператору и записывайте видеоотзыв для нас о том, как вам понравилось мое выступление. И для вас бесплатно мы сделаем лендинг на один разворот экрана. То есть мы его реально для вас сделаем за то, что вы запишете для нас отзыв. Это может быть что угодно, там, хотите товар через него продавайте, мы для вас это реально сделаем. Ну и качественно, это не будет там никакой шаблон там, и так далее. Последний вопрос. Давайте подякуємо вас. Да, все. Спасибо. Я так.